Насколько разумным является шаги Каримова в том плане, что он, пользуясь государственными СМИ, он как бы демонизирует вот этот проект и настраивает, в общем-то, две народы друг против друга. Смотрите, когда вы заходите в Центразию, там постоянно таджики с узбеками бьются, комментарии такие, что просто ужас приходит человек. Ну это испокон веков, а куда к вам отвечу, это разделяться. Насколько разумно вот этот подход Каримова в этом плане? Он, вы знаете, он очень умный человек. И он это специально так делает, чтобы с соседями было плохое отношение в Узбекистане. Со всеми соседними республиками Узбекистана визовый режим. Вот так просто не пройдешь. Вот в Россию просто взял билет, сел за самолет, прилетел. Нет проблем. А вот соседние рядом зайти, Таджикистан, Киргизию, это виза. И дело посольства, оформляя визу. Каримов он таким образом республику обособил, чтобы не было влияния, вот были такие целая серия так называемых цветных революций, и в Киргизии докатилась Тюльпанова революция, там Грузия Алхрос, там каких там, и он этого боится. Он не хочет, чтобы через что искры этой революции в лице дружественного киргизского или таджикского народа, они перекинулись сюда и пошел нос отнимать. Вот поэтому разделяем власть его. Он отравляет народ, узбеков на таджиков, таджиков на киргизов, и вот так они плохие. Это так испокон веков было, чтобы укрепить свою власть. А так узбек и таджик что делит? Абсолютно одинаковый народ. Все обычаи одинаковые, внешность практически одинаковая. Между собой роднятся. Только язык у нас разный, а так мы один и тот же народ, говоришь на разных языках.